Привет, я Ваня, хочу сегодня слепить карамельку. Лепи со мной, это будет здорово. Сегодня я слеплю ее на белой бумаге. Для этого я взял белый лист бумаги, разный пластилин и карандаш. Карандашом я нарисую мою карамельку. Карамельку я нарисую очень просто. Кошечка очень красивая, я нарисую кружок. После этого нарисую ей платьице. Это такой треугольничек. Карандашом я сделаю набросок, чтобы сразу было понятно, как я хочу слепить ее. Вот здесь я нарисую, а потом и слеплю ножки, две лапки, две ручки. Так, вот такие будут они у меня. Хвостик не забудем у карамельки. И, конечно же, бантик здесь будет. Большой бантик, не забудем бантик. Все это мы набросаем карандашом, сделаем набросок. Ну, а если у тебя есть пластилин, ты можешь сразу приступать к лепке. Вот этого достаточно, чтобы сделать классную карамельку. Начнем, карандаш отложим. Конечно же, здесь будет носик, ротик, глазки. И она будет очень-очень хорошая, красивая девочка-карамелька. И для начала я возьму оранжевый пластилин. И чтобы он хорошо мялся, ты его немножко погрей вот так в ладошках. Погрей. Или же помни. Я его чаще мну, мне это нравится. Я возьму кусочек, оторву кусочек и его разомну в руке. После этого я потихонечку скатаю шарик. И у меня получится шарик. А после я этот шарик расплющу двумя пальцами. Потом расплющу еще сильнее и еще сильнее. И делаю такой блин, большой блин, как на масленицу мы делаем блин. Вот этот блин. Это будет голова моей карамельки. Смотри, как я это делаю. Вот так раз. И довольно сильно нужно расплющить, чтобы она была такая вот. Чуть поменьше. После этого я беру большой свой палец, сильный самый палец, и начинаю втирать. Втираю и растягиваю, и втираю и растягиваю. И вот таким образом я хочу сделать всю карамельку. Она будет здоровская, такая круглая. И чем ровнее мы сделаем кружочек, тем ровнее будет голова карамельки. И я тебе скажу, что ты можешь очень сильно размазать. И многим это нравится. Сам процесс размазывания, это очень красиво. Так можно так размазывать. Иногда хочется размазать какую-то грязючку или жвачку. Или там, не знаю, как твои родители на это смотрят. Ну, например, козюлю хочется размазать по столу. Ну, чтобы это не заниматься, а то как мы все такие воспитанные, мы будем размазывать пластилин. И слепим красивую карамельку. Отлично. Смотри, теперь мы возьмем еще, оторвем кусочек. Один вот такой кусочек. И второй такой же кусочек. Большие кусочки можешь не отрывать. Такие вот средние кусочки отрывай. Потому что много пластилина на карамельку нам не понадобится. Она такая простая получится. И вот из этих кусочков я сделаю такой треугольничек. Вот такой треугольничек здесь положу. И вот второй вот такой вот здесь будет. Смотри, также я делаю треугольничек. Получается треугольничек, я его здесь кладу. Это наши ушки. Ушки нашей карамельки. Опять-таки я их расплющиваю пальцами сначала. Они такие треугольнички получаются. Потом кладу. Второй тоже расплющиваю. И тоже кладу туда же. Так. Получается здорово. Сейчас посмотрим. Отлично. Получается отлично. Теперь опять-таки вот так вдавливаем. И всю работу мы будем вдавливать этот пластилин и размазывать. Вдавливать и размазывать. Может, я так ролик и назову. Вдавливаем и размазываем. Потому что лепим здесь не очень много, а больше работаем большим пальцем. И можем размазать очень гладенько сделать. Гладенько. Отлично. Теперь берем красный. Красным пластилином нам понадобится сделать такой чуть-чуть побольше кусочек. Возьмем вот такой вот здесь платье. И здесь вот такой же кусочек возьмем на бантик. Здесь положим эти два кусочка. Один здесь, другой здесь. Из этого кусочка я сделаю платье. Я сделаю сначала квадратик слеплю из пластилина. После я его так растяну и опять-таки расплющу. Ты хорошо видишь, как я это делаю? Надеюсь, ты успеваешь. Если не успеваешь, ставь на паузу. Потому что карамелька, она может и простая, но все-таки нужно потренироваться. Да? И вот такое платьице мы сделаем. Вот сюда кладем и опять вдавливаем. Вдавливаем. И здесь за края стараемся не заходить, потому что платьице у карамельки ровненькое получается. Ровненькое платьице. Теперь берем вот этот красный кусочек и рвем его напополам.
пополам. Вот у нас два кусочка. Мы их расплющиваем и сразу сюда и вдавливаем. Вот так получается, рисуем пластилином такой бантик. Вот так в виде бантика я его делаю. А еще один кусочек отрываем и посерединке клеим. Получается бантик. Очень даже здорово. Хорошо получилось? Хорошо. Теперь осталось только вот оранжевым хвостик приклеить. Давайте оранжевым оторвем оранжевого немножко. Приклеим хвостик. Хвостик просто делаем такую колбаску. И вот так вот его. Тоненькая колбаска сюда. Из карамельки. Из-под платьица у нее хвостик. Такой хвостик получился здоровский. Теперь берем коричневый пластилин. И коричневым пластилином у нас довольно много. Мы будем отрывать небольшие кусочки. Лучше оторвать один такой средний кусочек. Вот такой кусочек. Раскатать его и размять, чтобы он был помягче. И попробовать сделать все, что я тебе покажу. Смотри, какие тоненькие вот палочки я делаю. Это ручки карамельки. Я вот так их делаю. Сюда, 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 сюда. И сюда получается ручка. Теперь я вторую раскатываю. Такую же вторую раскатываю. И сюда кладу, это вторая ручка. И тоже ее вот так вот пальчиками прижимаю. Теперь две коротеньких. С этой стороны получаются такие пальчики. Я знаю, у трех котов такие тройные пальчики. Ну, такие не настоящие, а игрушечные. Получается здорово. Здесь и здесь. Такие маленькие пальчики. Получается? Получается отлично. И теперь две ножки тоже. Вот такие две сосульки. Сосульки такие вот длинные. Червячков. Сюда кладем червячка. И загибаем. А здесь сильнее расплющиваем. Получается лапка. И еще разок берем вот этот вот кусочек здесь, раз, и сюда расплющиваем, получается лапка. Теперь отложим коричневый кусочек в сторону, оставшийся, возьмем два маленьких шарика беленьких, таких не очень большие, среднего размера. Это глаза карамельки, примерно одинакового размера. Надо взять, сделать, скатать шарики, раздавить их, расплющить и вот сюда приклеить. Только не очень большие, потому что у карамельки, я знаю, глаза среднего размера. У коржика они большие, у компота они поменьше, а у карамельки среднего. Такие вот. В них мы делаем два маленьких кружочечка, такие кусочечка сюда и расплющиваем. Второй кружочек сюда и расплющиваем. Получается вот так. Теперь осталось только носик. Носик. И ротик. Ротик — это такую тоненькую черненькую штучку мы сюда клеим. У нас получается такая вот карамелька. Карамелька у нас сделана почти вся, но только немножко нужно коричневого здесь сделать полосочки, я знаю. У карамельки есть, и у каждого из котов есть три карамельные полосочки, я так скажу. Карамельные полосочки. Сюда полосочки. И на хвостик тоже нужно полосочки. Здесь нам нужно быстро отрывать коричневые кусочки и клеить полосочки. Это просто вот так. Так, считаем даже эти полосочки. Наверное, три полосочки у нас влезут. Три полосочки. Отлично. И что еще можно? Усики. Усики я сделаю коричневым. А вот коричневым я еще сделаю такие тоненькие палочки. И здесь вот внутри покажу, что ушки у нас с такими штучками есть. Такие вот штучки. Будет похоже на карамельку, прям как у нее с ушками. Вот здесь. А черненьким усики. Усики нужно постараться. Усики нужно постараться, потому что они очень тоненькие. И чем тоньше ты раскатаешь вот эту вот маленькую-маленькую полосочку, тем красивее и лучше будет твоя карамелька. И их надо по три с каждой стороны. Три с этой стороны. Вот так. Раз, два, три. Теперь я отрываю счет. И три с этой стороны. Вот сюда. Сюда. Третья. Еще третью нужно приклеить. И еще надо не забыть приклеить реснички. С ресничками, конечно, еще больше. Их тоже по три. И нужно их сделать, потому что карамелька будет настоящая именно тогда, когда ты сделаешь реснички. И я думаю, что ты можешь делать их и побольше, и чуть-чуть поменьше, как ты хочешь. Я знаю, девочки любят, когда реснички большие. И мой сын Рома тоже рисует большие реснички всегда. И у него у самого огромные реснички.
Вот такая карамелька. Мы очень быстро это слепили, буквально с тобой за несколько минуток слепили такую классную карамельку. Также приходи, лепи других зверей, животных, которых я буду лепить на своем канале. Я думаю, у нас получится много-много-много разных и другие, и компота мы будем лепить, и коржика, и, может быть, маму с папой слепим тоже, да? Всего лишь нам понадобилось 5 кусочков пластилина, чуть-чуть белого, коричневого, оранжевого, красного, черного. Нарисовали кружок, слепили, облепили оранжевый, красный, ручки, хвостик. Ну, все, что мы могли, мы сделали, и у нас получилась красная карамелька. Ребят, вам желаю хорошего творчества, чтобы у вас всегда лепилось и получалось. И до новых встреч, приходите еще, до новых, пока-пока.